Так, сегодня у нас 14 апреля, 15 год. Покажу, чем перемирие нас заставляет заниматься. Вернее, скука, порожденная перемирием. Похоже на летний вариант новогодней елки, но это веник. Давай, потом скинешь. Давай, давай, давай. Так убираешь, этим веником мы сейчас посадку будем вести. Да, теперь чем еще, чем занимаюсь я, делаю нарды. Это у нас с градов крышки. Ну, я бы сказал, что нарды выглядят даже более похожи на нарды, чем веник на веник. Ну разве не красота? Ну, в общем, кто как может.